Поезд «Одесса Мама» прибывает в Харьков. 8 февраля. Театр «Шевченко». Искрометная комедия «Поезд «Одесса Мама» от создателей «Ураган» по имени Одесса. В ролях неподражаемый Олег Филимонов. Удивительная Руслана Писанка. Отличный парень Виктор Андриенко. Непредсказуемый Яков Гоп. А также победительница шоу «Голос Украины. Дети» Аня Ткач. Вы даже не подозреваете, чем может закончиться встреча в купе поезда.